Друзья, только что отзвучали звуки мелодии песни «Снежная бабушка». Звуки стихли, а на душе и вокруг сказочная атмосфера. То настроение, которое подарила мелодия, одновременно новогоднее и весеннее. Столько в нем искренности, столько радости. Это созвучие инструментов, так старательно и щедро отзвучав, подарила эту сказку, принесло ее прямо сейчас сюда. Когда слушаешь саму песню, то все внимание уделяется словам, ну, у меня, и постигаешь, какая она снежная бабушка, как она живет, как действует. Когда встречаешься с книжкой-раскраской, то виден ее художественный образ. А мелодия дарит щедро именно саму атмосферу этой сказки. То, как и в чем живет и созидает снежная бабушка.